Привет. Мой хороший. У нас все серьезно. Мы пожениться решили. Витя работать будет. Я самая счастливая во всем мире. Деда. Господи. У меня дедушка умер. Я квартиру потеряла. И Витя, мой жених, он тоже куда-то пропал. Я нашел Виктора. А где он? Он жив? Ну, он летал в Эмираты по туристической визе. А женщина? Ты довольна? Ты получила то, что ты хотела? У нас будет ребенок. Можно ведь сделать, чтобы ребенка не было. Дина теперь без жениха, но зато на втором месяце беременности. У вас мальчик. Оказывается, ты по-взрослому решила достать девчонку. Я искала паспорт Аллы, забрала его у меня. Пожалуйста, выпустите меня отсюда. А что произошло? Ее мамаша 20 лет назад взяла меня, любимого человека, и из-за нее я сделала аборт. Я не отдам вам моего ребенка. Отдашь. Я разыскиваю Дину Чайкину. Она проживала в доме по соседству. А когда вы с ней виделись в последний раз? Прошлой осенью. Сказала, что беременна. То есть ты, подонок, бросил беременную женщину? Она сказала, что сделала аборт. Уезжает в Муром. Где же ее искать-то? Можно было бы у Клавдии Семакиной расспросить. А Динка вам правда нужна только как свидетель по Витькиному делу? Я вызову скорую. Не нужно. И полицию. Я сам полиция. Разве могут быть другие основания? Дина нашлась, поехали. Его теперь в детский дом заберут, да? Я не хотела стрелять. Я выстрелила ненарочно. Я просто пыталась забрать пистолет, и он... Я не хотела ее убивать, вы понимаете?